Новое место работы теперь и у директора Петрозаводского дворца творчества детей и юношества Галины Гореликовой. В феврале прошлого года она заявила, что пришла во дворец надолго, но проработала там чуть больше года и перешла на постоянную работу в законодательное собрание Карелии. Обязанности директора образовательного учреждения вместо нее теперь исполняет один из заместителей. С новым руководителем мэрия определится после окончания учебного года. В центре Петрозаводска стихийная свалка. Недовольны все. Фонтан на студенческом бульваре креативно покрасили вместо того, чтобы отремонтировать. Результат понравился не всем. А на улице Попова исчезла река, бежавшая по проезжей части. Этому рады все без исключения, в том числе и наш дежурный по городу. Во дворе дома номер 37 по улице Красной уже не первый год находится вот такая стихийная свалка. По словам местных жителей, они уже не раз обращались в администрацию города за помощью. Однако помощи так и не дождались. В доме в основном живут пенсионеры. Убрать крупногабаритный мусор своими силами для них непростая задача. В мэрии горожанам ответили, что городу земельный участок не принадлежит. Неизвестно, чья это территория в данный момент. Я говорю, а как же нам теперь в этой грязи находиться? Ничего не ответили мне, короче. В общем, вот так у нас все и сложилось. И живем вот в таком безобразии. Свалка находится в центре Петрозаводска, прямо напротив гостиницы. Уважаемые туристы, welcome! Городские власти привели в порядок фонтан-молекулу на студенческом бульваре и подошли к этому делу творчески. Правда, творчество это вызывает массу вопросов. Вместо того, чтобы вернуть на место отвалившиеся плиты, прорехи решили закрасить краской, чтобы особо не выделялись. Получилось как-то наоборот. Впрочем, у каждого свое видение прекрасного, а художника, как говорится, может обидеть каждый. На улице Попова, на удивление, сухо. Еще совсем недавно здесь был настоящий потоп. Вода текла на проезжую часть с территории полузаброшенного земельного участка, принадлежащего городу. Сотрудники строительной компании, которая возводит жилой комплекс неподалеку от проблемного участка, решили, хватит это терпеть, и провели кое-какие инженерные работы. Теперь вода уходит прямиком в ливневку, минуя проезжую часть. А это хорошая городская новость. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533-232. Давайте делать новости вместе.